В истории районной больницы Сергиево-Посадского городского округа завершилась еще одна эпоха. С поста главного врача ушел всем известный Александр Александрович Сумин. Более 10 лет он возглавлял Центральный военный госпиталь 12-го главного управления Министерства обороны Российской Федерации на ферме. Александр Сумин – полковник медицинской службы в запасе, врач высшей квалификационной категории, заслуженный врач Российской Федерации, награжден орденом «Знак почета». В 2015 году из военной медицины перешел в гражданскую. Назначили главным врачом районной больницы. Все гражданское здравоохранение оставляет тотальный отпечаток тот, кто хочет в него внедриться. Потому что человек, доселе не знающий этой машины, пришедший сюда, посмотрев все изнутри, первое время приходит в небывалое состояние. Первые мои эмоции, они были резко отрицательными. Масса вопросов вызывала раздражение, отсутствие должного контакта с сотрудниками и различные ситуации, которые порождали непонимание того, что вообще происходит. Но это прошло. Понадобилось немного времени, но прошло. За 5 лет в районной больнице под руководством Александра Сумина произошли существенные преобразования. Он реализовал централизацию системы здравоохранения округа. При нем был построен центр материнства и детства. В сельской местности построены новые фельдшерско-акушерские пункты. Появился сосудистый центр. Все, что сказали, и все, что мы знаем про вас, Александр Александрович, наверное, можно просто сказать одним достойным предложением. Сумин Александр Александрович – заслуженный врач Российской Федерации. Судьба подарила мне этого замечательного человека, Александра Александровича Сумина, очень давно, больше 20 лет назад. Это потомственный врач, это хирург с большой буквы. Александр Александрович, это ваша работа, это ваше призвание. Так сложилось в моей жизни, что самые ответственные переломные моменты в моей судьбе, в профессиональном плане, да и в личном тоже, Александр Александрович определял мою дальнейшую дорогу. Одним вечерним практически ночным звонком определилась дальнейшая моя судьба и та дорога, по которой иду я сегодня. В этот вечер Александр Александрович позвонил мне с предложением стать ночменом районной больницы, и решение мной принято было практически мгновенно. Дорогой уважаемый Александр Александрович, мне в жизни на самом деле очень повезло, что судьба нас свела вместе. Дважды, во всяком случае, в жизни вы сыграли в моей жизни такую судьбоносную роль, судьбоносное решение, которое поменяло в жизни, можно сказать, трудовую деятельность и семейную жизнь. Поэтому я очень благодарен вам за то, что на самом деле такую роль в жизни вы моей сыграли. Тронут. Всех вас благодарю за все сказанное. Я думаю, что все у нас получится в любой другой редакции. Счастья и здоровья вам, уважаемые коллеги. Помимо официальных поздравлений, со сцены прозвучали и теплые воспоминания. Коллеги Александра Сумина по-доброму называли линкор. Возглавит поставлен им на парус корабль окружной медицины начмед районной больницы Олег Дмитриев. Семен Семенов, Сергей Власов, День города.